На днях был день кино, и у нас в подъезде именно в этот день какие-то заядлые книгофобы подложили вот такую вот книгу. Марио Пьюза, «Крестный отец». Мне кажется, это знак. Надо читать. Но на самом деле я хочу рассказать о вот этой книге «Война за креатив», которая недавно чудесным образом появилась в моей жизни, и мне кажется, что это лучшая книга о том, как начать или продолжить что-либо делать. И это касается не только творческих профессий, хотя автор Стивен Пресфилд, он сценарист, романист, знаменитый в Голливуде, он написал роман, который впоследствии был экранизирован, «Легенда Багира Ванса». Тоже отличный фильм, который стоит посмотреть. Такая вот небольшая, но очень содержательная книженция. Оригинальное название мне нравится больше. The War of Art. Все? Сейчас. Сейчас я хочу найти, какой он фильм снял. История какого-то Баттона. I got a helpless woman. She's giving me advice. Talking helpless woman. Give me some advice. Talking about the interrupt conflict. On my null device. Didn't understand. Легенда Багира Ванса. Ну ладно,